Здравствуйте, дорогие друзья! Ровно 3 года назад мы подготовили для вас ролик «Как сварить кофе по-итальянски» про кофеварку гейзерного типа. Кто не видел этот ролик, может посмотреть его здесь. За прошедшее время этот ролик посмотрело более 40 тысяч человек, и более чем 300 людям он понравился. Теперь эта кофеварка стала популярной и в России. Напомним, ее преимущество при варке кофе из нее не убегает. Многие зрители спрашивали, почему у них кофе не поднимается из нижней части в верхнюю, обязательно ли фирменная кофеварка. Я хочу сказать, что мы купили нашу кофеварку в маленьком хозяйственном магазинчике на острове Иске, менее чем за 10 евро. Но нам повезло, она оказалась настолько настоящей, что несмотря на прошедшие 3 года, она, как и ранее, варит вкусный кофе. Внешне она, конечно, сильно изменилась. Итак, берем нашу старенькую кофеварку. Наливаем воды в нижнюю часть, насыпаем кофе в ситечко, закручиваем верхнюю часть кофеварки и ставим ее на огонь. Как вы видите, старенькая итальянская кофеварка варит так же хорошо, как и 3 года назад. Запчасти кофеварки, фильтр и ситечко, купленные вместе с ней, не понадобились в связи с тем, что кофеварка не сломалась.